Завершается 2023 год, и по традиции различные организации подводят итоги работы. Так, 22 декабря в Дворце культуры «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого была проанализирована деятельность Алмалыкского городского отделения Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан. Как известно, на основании постановления Кабинета министров от 11 сентября 2020 года номер 550 об утверждении положения об Агентстве по делам молодежи Республики Узбекистан, разработанному в соответствии с указом президента 30 июня 2020 года о мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодежной политики в Республике Узбекистан и постановлением президента 30 июня 2020 года об организации деятельности Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, основными задачами и направлениями деятельности агентства в стране, в том числе в Алмалыке, являются воспитание молодежи в духе преданности Родине, уважение к национальным и общечеловеческим ценностям, широкое привлечение подрастающего молодого поколения к науке и инновациям, защита прав, свобод и законных интересов молодежи, активное участие в профилактике правонарушений и преступности среди молодежи, ведение госконтроля за соблюдением законодательства в области молодежной политики, распределение государственных грантов и субсидий, выделяемых в форме социального заказа для финансирования программ, проектов и научно-исследовательских работ в сфере молодежи, обеспечение их целевого и эффективного использования, организация социально-правовой защиты и обеспечение занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закончивших воспитательные учреждения и другие. В отчете Алмалыкского городского агентства по делам молодежи о работе, проделанной в 2023 году, прозвучало, что сегодня членами агентства являются 33 205 юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет. При этом 29 442 человека из них зарегистрированы в так называемой «зеленой» категории. Это молодые люди, которые имеют возможность получать образование и трудоустроены. 4163 человека относятся к «желтой» категории, то есть им необходима некоторая помощь. А 1207 членов Алмалыкского городского агентства по делам молодежи стоят на учете в красной категории. Этим молодым людям из малообеспеченных семей оказывается посильная помощь по трудоустройству или привлечению к ремесленничеству. В праздничном мероприятии, посвященном подведению итогов работы в текущем году, приняли участие руководители хакимията, городских секторов, организации предприятий Алмалыка, а также более 500 молодых людей, членов Алмалыкского отделения Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан. В ходе торжества дипломами и памятными подарками были отмечены представители разных сфер деятельности, которые активно сотрудничают с агентством, внося тем самым большой вклад в реализацию проектов государственной молодежной политики. А также были поощрены активные участники Олимпиады пяти инициатив. Торжественную часть мероприятия дополнила интересная музыкальная программа. Узбекистан.